Мальчик на телеканале Шоп энд Шоу, и мы предлагаем вам присоединиться к нам. Вот, Юля, у меня как наступают выходные, я сразу думаю, ой, опять уборка, опять мыть полы, опять эти разводы. Давай-ка делай разводы, вон у нас там есть чем запачкать полы. А вы как убираете самую сложную грязь с любых поверхностей? Швабра-вертушка справляется с любыми загрязнениями на любых поверхностях. Ариша, начинаем работать. Элементарно, система, целая система, а не ведро для уборки полов сделает ваш пол идеально чистым. Итак, достаточно нажать с помощью швабры-вертушки на ручку, промыть моп идеально с помощью центрифуги. Он отжимается, и мы сейчас с вами начнем уборку. Причем, обратите внимание, вся пена, вы к ней не прикасаетесь, не портите кожу рук, не портите маникюр, даже не наклоняетесь. Закрепили и начинаем уборку. Моп выполнен из микрофибры, так что убирает даже сложные загрязнения. Смотрите, почему? Потому что обладает уникальным капиллярным эффектом. Волокно микрофибры самых сложных, труднодоступных поверхностей микропор удаляет всю любую грязь. Вообще уникальное волокно, которое в 70-е годы придумали японцы, действительно справляется с самыми сложными загрязнениями, поскольку прямо из пор, из микропор самых твердых поверхностей убирает любую грязь. А как убираете вы? Вот лично я по старинке все еще привыкла. Ведро, тряпка. И что происходит? Мы с вами намочили, да, вот так вот, Юль, тряпочку. Так. И потом начинаем вот так вот протирать. Спину наклоняет, ломает. И пока домыли, уже встаешь, спина болит, разогнуться не можешь, и уже не выходной. Думаешь, а руки какие у тебя грязные. Вот так вот. А у меня чистые ручки, маникюр в порядке, кожа в порядке. Я не прикасаюсь к этой грязной воде, к этим микробам. Фу, смотри, моя швабра-вертушка идеально справляется и с отжимом, ведь система оснащена специальной центрифугой и идеально убирает и мыльную воду, и любую отжимает на раз-два. Зафиксировали, внимание, оп, и работа начинается. Так, домоем идеально нашу плиточку и перейдем на поверхность ламината. Причем, обращаю ваше внимание, микрофибра выполнена таким образом, что она не царапает поверхность, она не оставляет разводов, поскольку капиллярный эффект, особое устройство волосков микрофибры впитывает всю грязь даже из самых сложных слоев, то есть из самых плотных и прочных поверхностей. И главное, не остается влаги, то есть, да, паркет, ламинат, любая доска, то есть не будет потом никакого вздутия, потому что вся вода, посмотрите, она останется в нашем ведре. Это новинка, швабра-вертушка, 129-925, два цвета, красный и зеленый, вы представьте себе, идеально чистые полы, которые даже не требуют от вас никаких усилий, вы не пачкаете свои руки, ваши ручки чистенькие, аккуратненькие, а при этом всю работу за вас выполняет швабра-вертушка. Для тех, кто пропустил, еще раз давайте попробуем вот такой эксперимент. Мы доказываем. Что ж, мы доказываем сейчас, что швабра-вертушка справляется даже со сложными загрязнениями. Вон у нас такой шоколад здесь, кетчуп, что-то льешь, горчицу. Боже мой, на кухне, на любой поверхности ламинат, плитка, линолеум, абсолютно любой. Причем, смотрите, вы можете использовать ваше любимое моющее средство. Ведро его растворили, так, а швабру вы не трогаете руками, вот это самое главное, то есть вы не притрагиваетесь ни к какой химии. Если, например, да, полы моем со средством, с моющим, посмотрите, вот Юля одним движением все делает вместе с шваброй и при этом даже не наклоняется. А это очень хорошо, вот спина не будет болеть, труднодоступные места, да, Юль, с ворсинками мы тоже можем легко добраться. И при этом, посмотрите, несколько движений, и у нас уже порядок. О, Арина, ты сказала, что действительно до любых поверхностей, смотрите, сейчас я вам это продемонстрирую, есть вместе прикрепления мопа подвижная часть, видите, то есть мы с вами можем подлезть под самые труднодоступные участки, за кресло, за диваны. Вот смотрите, прям вот так мы с вами
фиксируем, когда будем промывать моп. Вот она сгибается, швабра, и вы можете проникать абсолютно в любые самые труднодоступные участки вашего дома. Смотрите, идеально убрали. Посмотрите, идеально убирает любые поверхности. Юль, я вот даже действительно думаю о том, что нужно приобрести себе, нужно приобрести бабушке, маме. Ведь правда, столько женских хлопот. Давайте облегчим себе руки, тем более, что здесь у нас еще и не обычное, а современное волокно. Уникальная съемная насадка из микрофибры, которую можно постирать в стиральной машине. Потрясающую вещь придумали японцы в 70-е годы. Микрофибра бережет в нежные поверхности ламинат, паркет. И очень здорово то, что она впитывает вдвое больше воды, не делает разводов на полу. За счет уникальных расщепленных волокон микрофибры вы собираете из самых твердых поверхности из микропор всю грязь, и не происходит разводов. Вот и получается главное. У нас мети метла чисто по углам, мети чисто и быстро, легко и просто, гораздо быстрее, чем разводить грязь обычной тряпкой, споласкивать ее в ведре и снова производить еще физические нагрузки, нагибаясь и разгибаясь. Здесь легко. Два цвета, красный и зеленый. Делаем уборку, при этом не прикладываем никаких усилий. И, кстати, новая метла чище метет. Это точно, бастионы грязи падут под натиском современной системы для мытья полов. Вы получаете систему для уборки, которая позволит привести пол в идеальное состояние, быстро и без хлопот. А главное, не прикасаясь руками к грязной воде, вы сбережете нежную кожу рук и маникюр. Намочить тряпку идеально, отжать ее поможет механизм, встроенный в ведро. Он выполнен по принципу центрифуги, и вся отжатая вода летит в ведро, а не в стороны. Помыть грязную тряпку также поможет механизм внутри ведра, а моп потом можно будет постирать в машинке. Редактор